Всем привет, мои дорогие! Так, жаль, сегодня на улице дождик накрапывает. Так, сегодня 28 июля. Ну, правда. Правда, дождик, смотрите. И мы решили сегодня никуда не ехать, проехаться по магазинам, закупить еды. Может быть, я вам сниму... Будем заезжать на базу 8-го. Покажу, что с ней стало. Ну и в общем, видите, какая погода. Но настроение все равно хорошее. Ой-ой-ой, целую неделю было тепло, жарко, прям приятненько. Сегодня дождь. А еще по прогнозам погоды сказали, что на Камчатке заморозки. Берегите свою картошку. Как и все нормальные, жадные, экономные люди, приехали в Самбери. Всем кажется, что здесь типа покупать продукты дешевле. Всегда много народу, всегда озабоченные такие с большими тележками отсюда уезжают. Ну, мы такие же, приехали тоже сюда. Хотя иногда кажется, что не все так просто. Маркетологи не дремлют. Такой большой торговый центр с многими франшизами. За счет, кстати, франшиз цены на Камчатке стали более-менее приемлемы на какие-то группы продуктов. Одежда можно покупать достаточно по приемлемым ценам. Поэтому благодаря все франшизам. Угу. Все, мы поехали. Это Самбери. Акции. Поэтому франшиза нам в помощь. Короче, мы как сумасшедшие понабрали еды. Но это все, знаете, из-за чего? Я напала на сайт, на один, то есть YouTube канал напала на один, и там такие вкусные рецепты. И все, и в общем, возобновилась моя творческая жилка. Я решила немножечко поготовить дома вкуснятины всякой разной. Ой, я не знаю, конечно. Потом сниму вам чек, прям в длину покажу. В Самбери хороший ассортимент. Здесь есть и товары VIP-линеечки, и эконом-класса. Поэтому можно из чего повыбирать. Видите, Ролтон, бич-завтраки какие тут дорогие. Вот так вот. Это корейская лапша. Это все корейские супчики. Ну так, не из дешевеньких. Даже вот одна лапша быстрого приготовления 49 рублей. Вот так вот можно судить по городу. По дороговизну города можно узнать по стоимости вот таких вот быстрых обедов, завтраков, ужинов, бич-пакетов так называемых. Дорого здесь жить, даже бичам, видите? Мы ищем дрожжи, не можем никак найти. Пока искали дрожжи, закинули в корзинку еще наименование 5-7. В общем, с ума сходим потихонечку. Но мы, как и все, сейчас стали потребителями. Шучу, конечно. Это наш ежемесячный поход. Мы стараемся один раз в месяц организоваться, чтобы закупить все сразу. Хотя говорят, что запасы это невыгодно экономически.
Ну, у нас получается использовать все. Мы очень редко выкидываем еду. В общем, не выходит нам самостоятельно найти дрожжи. Будьте добры, подскажите, где дрожжи находятся? Мы не можем найти. Дрожжи, да. Пойдем. Спрятали вы куда-то их. А, боже мой, как я их не увидела. Спасибо вам большое, добрый вы человек. Администратор персонала магазина, очень любезный. Может быть, он заметил, что я снимаю, но очень хочется надеяться, что они всегда здесь очень любезные, подскажут все, где нужно. Все, что где лежит. Все, мы решили уже сбегать отсюда, потому что какое-то кулинарное безумие. Застряли возле полочки с готовыми смесями на пудинги, тортики. И там уже, знаете, уже все, уже фантазия пошла. Сметана, сахар, всякие украшения для выпечки. И потом я так встряхнулась, думаю, нет, хватит. Купим хлеба и домой. Я вспомнила, хлеб здесь невкусный. Мы любим хлеб авачинский, серый. А здесь хлеб белый, такой мягкий, весь такой пушистый, воздушный. Его просто кушать одно наслаждение, но и самое преступление. Ой, сплавила своего пекаря. Зайду по шмоточкам пройдусь. Короче, не знаю почему, но меня постоянно тянет Бостин погулять. Такие модельки неплохие можно найти. Шопинг. О, господи, какое же мы стали общество потребителей. Совсем недавно такие все стали круто разбираться. Вот туалька всегда пахнет. Все, любуйтесь, я без звука, ну дальше, просто проеду, почитайте, кому любопытно, что почем на Камчатке. Да когда ж он кончится? Сейчас уже все. Еще немного. Еще чуть-чуть. Вот и все. Пожалуйста.